Я вслух это сказал. Теперь можно без мата, но так же жестко, только без мата. Ну, я даже не знаю, что сказать. Все, что я вам должен, я прощаю. У меня нет слов, я не могу это комментировать, потому что, ну, это, как бы, это же неадекватное поведение, да? Людей больных нельзя как-то комментировать их поступки, они не поддаются логике. Поэтому это вне моей логики, так скажем, не отдавать долги. Долг платежом красен.